Привет, я Нокс, и я книжный алкоголик. Оцените трагичность момента, как у всех книжных блогеров, которые говорят: нет, в этом месяце я не буду покупать книжек. У меня есть запас, электронка, туда-сюда, надо экономить деньги на другие всякие штуки. Но, конечно, это не срабатывает. Может быть, я почитаю психологию какую-нибудь подобную для шопоголиков, и там что-нибудь помогут и расскажут как. Ну, начнем. Я попала на книжный развал, где книжки стоили 35-40-50 рублей, и, естественно, их очень много. Первое, что я хочу показать, это самоучитель по психологии и философии знаменитого Андрея Курпатова. Естественно, я купила из любопытства имени Курпатова. Он вел и ведет передачи на телевидении. Хотя, конечно, он всегда казался каким-то, ну, совсем не ученым. Тем более будет любопытно прочитать, что он тут наваял в качестве обучателя, учителя таким сложным предметом, как философия и психология. Психологию, как я уже говорила, не верю, но почему не почитать об этом? Врага нужно знать в лицо. Здесь небольшие такие сказочки, притчи, анекдотики. Ну, скажем, такое легкое чтиво по дороге на работу или там за чашкой кофе. Будем узнавать. Дальше я наткнулась вот на такой интересный проект, который называется «Миры пограничье», проект «Пограничье». Здесь указано имя Сергея Лукьяненко. Сейчас очень часто указывают на книжных обложках имена маститых авторов, чтобы хорошо продавалось. А, Б, привлечь внимание. И С, обозначить жанр. У меня из этой серии две книжки. В принципе, такие они маленькие, аккуратненькие. Картиночка интересная на каждой из них. Я люблю Лукьяненко, некоторые его вещи, потому что то, что он пишет, допустим, детскую литературу, мне почему-то не понравилось. Но будем посмотреть, я даже не знаю, целые ли части это одного какого-то произведения или разные, вроде бы разные авторы. Валентин Холмогоров «Крылья», Сергей Слюсаренко «Синтез». Аннотации вроде как обозначают как отдельные произведения. Тоже будем смотреть, будем читать. Вот эта книжка уже немножко другого жанра, но тоже фантастика. Скорее, научная фантастика. Автор Арамес Наам, называется «Нексус». Как говорит аннотация, здесь что-то вроде между матрицей и грани тьмы или области тьмы, который фильм недавно был вышедший. Изобрели какой-то интересный препарат, который чудесно действует на психику людей, на их восприятие реальности, и что из этого получилось. Как вот здесь пишет кто там, редактор. На оборотной стороне книги. Это американский писатель, специалист в области компьютерных и нанотехнологий. И работает в Microsoft, кстати. Вот интересно будет почитать, что наваял. Еще одна книжка из жанра фантастики, но это уже вселенная игр. «Мета-игры» Джефф Нортон, «Восстание мертвых». Скорее всего, это тоже какая-то часть. Я посмотрю, может быть, сначала прочитаю, если есть там первые части, или, может быть, еще пару частей из этой серии, если это отдельные произведения, прочитаю. А, кстати, вот здесь на обороте уже указано, что «Битва за будущее» есть какое-то тоже продолжение, либо приквел. Вселенная виртуальная, вселенная игр. Для тех, кто увлекается компьютерами, играми и вообще интернетом, наверное, будет интересно. Книжечка из детства, кстати, еще запакованная, даже прямо распечатали, лежачок. Знаменитый
детский, юношеский автор. Валентин Катаев «Белеет парус одинокий». Ну, наверное, об этом не надо рассказывать. Читала давно-давно. Просто буду перечитывать, потому что это хорошая литература. И, кстати, вот на днях мы разговаривали с мамой. Она говорит, что то, что сейчас выходит, ей не нравится. Может быть, конечно, в возрасте моих родителей в 68 лет трудно понимать современную действительность. Но даже мне, человеку, которому 35 лет, и который, в принципе, вертится постоянно в интернете, узнает что-то, я люблю такую литературу. Дальше две книжки, которые я не знаю, почему я купила. Они, в принципе, об одном. Это «Повышение эффективности отдела продаж», автор Алексей Рязанцев, и «Альфа-продавцы. Спецназ в отделении продаж», автор Тимур Асланов. Сейчас время, когда продается или покупается все. Как недавно один мой новый знакомый сказал, в Москве можно купить и продать все, что угодно. Я, конечно, наслышана об этом, и мне стало интересно, как на самом деле, каково это быть продажником, как их сейчас называют, продажником, и шутят, что они могут продать все, что угодно, даже родину мать, что, в принципе, вроде как и делается сейчас, но не будем о политическом, будем о книгах. Экономика, маркетинг, менеджмент, это тоже интересно, будем изучать. Еще одна фантастическая книга из коллекции «Серебряная коллекция фантастики» Филипп Дик «Убик». Еще один вариант будущего, еще один взгляд на наше будущее от Филиппа Дика. Филипп Дик уже известен тем, что по его книгам очень часто снимают Голливуд различные фантастические фильмы. И автор известные книги, о книге я наслышана, о какой-то корпорации, колонизируют Луну, телепатические и паранормальные способности у людей появляются. Мне вот было бы интересно, если бы на самом деле было так, потому что мне иногда кажется, что мы скучновато живем, скучновато. Да, у нас есть куча всяких других возможностей. Вы можете стать спортсменом, вы можете стать артистом, вы можете быть кино или книжным блогером, как, например, личность сейчас, которая перед вами на экране, вы, в принципе, можете все, но, к сожалению, волшебства в нашей жизни нет. Ну, по крайней мере, мне об этом неизвестно. Может, я когда сплю, я что-нибудь творю, как те феечки из анекдотов. Вот, черт его знает. Поэтому мне очень интересно, когда люди, писатели, художники, артисты, режиссеры, рисуют вселенные, в которых мы никогда не будем. То есть мне интересно, насколько простирается человеческая фантазия, и это очень любопытно. Я бы хотела бы создать что-нибудь такое. Я пытаюсь писать иногда какие-то вещи сама, стихи, рассказики, как-то даже поезд начинала, но не дописала, к сожалению, об археологах, кстати. Это часто встречающаяся профессия, кем хотят быть дети в детстве. Дети в детстве, да. В общем-то, почитаем, посмотрим. Может быть, даже читала, я не особо помню. Дико я, в общем-то, изучала давно-давно, когда потрошила свою библиотеку в поселке, где я прожила большое количество времени. Но пересчитать тоже будет интересно, потому что классика мировой фантастики – это все-таки классика. И тем она хороша, что она написана, крепко написана. Люди ее знают, передают из уст в уста. Следующая книжка – «Дикий барин в диком поле». Это звезда соцсетей. Вот пишут, у него более 60 тысяч восторженных подписчиков. Сейчас очень интересно, что, явление какое, когда люди из интернета, с Ютуба, из Инстаграма, с других каких-то, из ЖЖ, скажем, блогов. Кстати, ЖЖ кто-нибудь еще читает, пользуется. Я просто там давно-давно уже не была, у меня был аккаунт, я даже что-то там рисовала, писала.
Вот. Оттуда выходят люди и начинают в реальности выпускать книги, вести какие-то семинары, еще что-то. Это интересно. Я, например, в Доме книги в Московском на Арбате очень часто попадаю на презентации художников, писателей, каких-то деятелей из Инстаграма и Ютуб, которые представляют свои какие-то проекты, типа книги, блокноты, или еще что-то такое интересное. В общем, здесь сборник рассказов. Язык вроде так я полистала, мне понравился, хотя автор, конечно, абсолютно не знаком. Джон Шемякин, может быть, это даже какой-то псевдоним, но, в принципе, написано так интересно. Хочу почитать, потому что как блогеру, как писателю, возможно, будущему, нынешнему поэту, мне это интересно. Еще одна книга, которую купила, не знаю ни имени, ни то, что писал автор, Бизар Андрей Иванов. Я не знаю, тот ли это Андрей Иванов, который нашумел, или не тот, но вроде как финалист какого-то там букера. Ну, не какого-то премии, это все известно. Но будем посмотреть. Это роман, новый русский роман, как его характеризуют. Ничего не знаю. Ни о чем книга, ни кто здесь герои. Ну, в общем-то, будем изучать. Еще одна подобная же литература. Почему-то в этот раз, наверное, очень много попалось каких-то букеровских или интернет-авторов. Либо, ну, скорее всего, это просто то, что было на распродаже, то, что привлекло мое внимание. Клуч, Лев Данилкин. Насколько я знаю, Лев Данилкин — это журналист. Если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Если вообще кто-то смотрит эти видео. Здесь о книгах, людях и путешествиях. Тоже мне понравился язык. Я полистала, прочитала пару строк. Здесь есть какие-то выдержки из книги. Кстати, метка 18+. И тут 18+. Тут метки нет. В общем, взрослая литература. Будем читать. Ну, это уже известный автор Арис Мёрдок, сочинение в трех томах. И у меня неизвестно какой. А, первый том. Арис Мёрдок довольно-таки известный автор. У нее я читала море-море, я могу сказать, несмотря на некоторую затянутость романа, но это классический английский роман, он, наверное, не может быть иным. Мне очень произведение понравилось, и мне захотелось прочитать еще. В этой книге два романа «Под сетью», перевод Ларье, если это кому-то интересно, если это вообще что-то значит. Мне кажется, если ты не читаешь в оригинале роман, то вообще сложно судить о языке автора или о том, как он пишет, что характерно для этого автора, потому что все равно при переводе работают переводчики и адаптируют один язык на другой. Когда, допустим, при переводе не хватает слов того языка, на который ты переводишь исходный язык, очень сложно говорить об авторе. Наверное, надо читать все-таки в оригинале, а потом уже рассуждать об авторе. Но то, что переводили «Море-море», мне очень понравилось. Наверное, это такое коллективное творчество переводчика и исходного автора. Но, в общем-то, хороший роман. И «Колокол», перевод Рединой, Редин и Рединой. И какая-то статейка, заметки о романах Арис Мёрдок, В. Скороходенко, «Достоинство жизни» и «Хаос жизни». Я очень люблю старые издания, это, кстати, издание 91-го года, за то, что здесь есть статьи об авторах. Даже если ты покупаешь, например, нового неизвестного автора, ты можешь прочитать статью, кое-что о нем узнать. Например, узнать о том, как он жил, и о том, что еще, кроме данных романов, он прочитал. Дальше немножечко легкой литературы. Я не знаю, зачем это я купила. Наверное, потому что я в детстве очень любила шить куклу для кукол одежды. Еще были такие бумажные куколки. Что мне понравилось, что здесь издание как взрослое, как Бурда Моден, с выкройками, с
Даже вкладочка есть, натуральный размер, то есть это можно достать и шить. Я, может, даже попробую что-то, хотя у меня уже кукол не осталось, я их все раздавила. В общем-то, забавное такое издание. Если бы я была в детском возрасте, мне бы, наверное, очень понравилось. Я просто помню вот этот свой чемоданчик со всякими рукоделками, с лоскутками и все прочее, то, что мне выделяла мама. Любопытно почитать. Ну, это уже около книжная. Пошло, я купила себе два еженедельничка. Один мандала «Волшебный год» и второй в стиле «Зенду». Чем, кстати, зендула от мандула отличается, понятия не имею. Кототерапия. Ну, котиков мы все любим, поэтому это здорово. В общем-то, я не очень-то люблю раскрашивать вот такие мелкие раскраски. Я как-то люблю более глобальные, вообще я люблю сама рисовать. Но, скажем, рассматривать узоры, это очень здорово, это вдохновляюще. Плюс здесь еще можно писать. Вот в данном еще блокнотике есть даже закладочка голубенькая. Я люблю голубенький цвет. Детишки, да. Все детишки. Куклы. Что дальше? Я просто отвлеклась, вспомнила, какая я была дурная в детстве. Дальше вкупе моего изучения кулинарии. Вот такая книжечка «Заготовки на зиму». Она без картинок, но здесь есть... Консервирование различного на зиму, кстати, сейчас это актуально, потому что летом все делают вкусные вещи, которые не купишь в магазине, с пометочками, со всем этим процедурством, как это все делать. Ну, в общем-то, я, может быть, и не буду даже это делать, может, какое-то варенье поварю. Но, кстати, зря, я где-то еще из подобной литературы вычитала, например, что можно в варенье добавлять специи. Например, корицу, ваниль, кардамон. Я вот, честно говоря, раньше об этом не знала. Еще три, так сказать, жемчужины из моей коллекции – это книги Джейми Оливера. Они, конечно, в магазинах жутко дорогие. Я думаю, что, ну, как выкладывать за такую литературу столько денег. Например, книга может стоить 1500 рублей. Представляете? Кулинарные рецепты за 1500 рублей. Да, они красивые, они с картинками, но 1500 рублей. Меня бы жаба задушила, тем более на этой распродаже я, может быть, за 700 рублей купила все эти книги. Хотя, конечно, вот эти уже немножечко подороже. Джейми Оливер, новогодние рецепты. Ну, чем характерны его книги? Они вот такие вот красочные. Он ведет телешоу в Англии. У него есть свои... рестораны, то есть, и он очень много путешествует, изучает. Его не только смотреть интересно, но и читать интересно. Хотя вот обычный английский парнишка был. Торты, десерты и выпечка. Вот эта книжка очень классная. Это я уже могу сказать, что я кое-что пробовала из этой книжки. Например, у него есть очень клевый миндальный пирог, который практически для начинающих, криворуких и все такое прочее, тех, кто не умеет это делать. Очень вкусно, очень клево. Хотя, конечно, миндаль в нашей стране дороговатое удовольствие, но миндаль можно заменить чем-то еще. Мы же, кстати, тема знаменитые, что у нас есть пословица «Больно, выдумки хитра». И блюда из свинины, это вот последнее самое, что я купила. Но свинина у нас самое распространенное мясо в стране, и что из него можно сделать, я, конечно, знаю. Вот я варила холодец на днях. Вот. Но здесь есть интересное, что можно посмотреть и попробовать. И теперь о тех книгах, которые я купила и тут же приступила к чтению. Мария Дубнова, Аркадий Дубнов, «Азарт и стыд 70-х», «Танки в Праге», «Джоконда в Москве». Это книга иллюстрированная, она содержит различные фотографии из спектаклей наших московских популярных театров, балеты, не знаю, даже, по-моему, что-то из музыкального есть выступление. Вот, очень интересная книга. Это о воспоминаниях различных деятелей культуры, политики, спорта и просто обычных рядовых граждан 70-х годов 20 века.
Мне интересно читать, я родилась чуть-чуть попозже, но тоже в советское время. И, честно говоря, я помню, у меня было счастливое детство, и я сейчас не совсем понимаю людей, которые хаят Советский Союз и те времена, только потому что там не было свободы слова или еще чего-то. Но было же что-то хорошее. Да, возможно, меня сейчас будут закидывать тапками, что ты живешь сейчас в это время, ты можешь говорить все, что ты хочешь. Но я бы не умоляла положительных моментов, которые дали нам возможность вырасти такими, какие мы есть. Следующая книжка — Люциус Шепард «Новый американский молитвенник». Тоже уже начала читать. Здесь рассказывается об убийце, который случайно убил человека. Он попал в тюрьму. Думал, переосмыслил всю свою жизнь и всю свою деятельность и начал писать молитвы, благодаря которым с ним и его окружающими начали происходить чудеса. Да, очень странно читать такую книгу, потому что он все-таки убийца, это нехорошо убивать. Не убий, есть заповедь такая у нас у христиан, католиков, протестантов и прочих. Вот. Ну и вообще как-то это не очень-то гуманно, наверное, убивать людей существ своего вида, хотя и других тоже убивать негуманно. Вот. Но здесь интересные философские размышления, здесь интересно то, как люди ведут себя, когда совершают преступления. И вообще здесь рассказывается немножечко об Америке, сам автор... Чем только не занимался, он путешествовал, жил в Южной Америке, Юго-Восточной Азии, играл в рок-группах, владел трикотажной мини-фабрикой, преподавал испанский язык, работал ночным сторожем и потом вдруг решил стать автором. Я не знаю пока, чем это кончится. Вроде как это какая-то детективная история, но мне любопытно почитать. Теперь немножечко девочкового. Мишель Фан «Как стать успешной». Эту книжку написала девушка, которая вела косметический канал на Ютубе. Она рассказала, как она решила вести такой канал. Она приехала в Америку с родителями откуда-то из Азии, Юго-Восточной Азии, по-моему, Вьетнам. Вот, ее мать занималась тем, что открыла салон красоты, и она очень часто там наблюдала за всем. И потом вот она решила завести свой канал. Тогда, кстати, они еще были анонимные, никто не знал, кто она такая. Вот, и с чего она начинала, период развития, начало развития блогинга, и к чему она пришла. Книга иллюстрированная, здесь об уходе за лицом, кожей, о нанесении косметики, о питании и обо всем таком. Она написана легко, так, ненавязчиво, в принципе, по одной-две статейки в день я прочитываю, хотя, конечно, здесь мало литературы, которая мне неизвестна. Ну, в общем-то, такая любопытная вкупе того, что, опять же, я являюсь блогером. И какие блоги бывают... разные, насколько. Мне интересно сравнивать с тем, что делаю я, и то, что мне интересно, и вообще как бы девочкой. Это тоже любопытно. И еще последняя книжечка. Герман Шрёдер. «Счастливчики. Почему одним все круто, а другим всегда не везет». Ну, это психология. Популярная такая на Западе. Статьи, лекции, как стать успешным, как стать... знаменитым, как найти свое предназначение и как этим заниматься и не бросить. В общем-то, тоже такая забавная книжечка. Здесь примеры из жизни, хотя, конечно, их действительность и наша действительность очень отличаются, как я всегда говорю. Но, тем не менее, я иногда люблю читать подобные штуки, чтобы хотя бы немножечко заставлять свой мозг думать. На этом все. Всем спасибо, всем хороших книг. Пока-пока.